я с радостью вам сообщаю, что 29 апреля в Екатеринбурге состоится презентация альбома группы EKPS, пятый альбом, который вышел спустя 8 лет, что ли, получается, да. А сам он появится в интернете, этот альбом, примерно за неделю до презентации, то есть где-то после 20 апреля. И также вас ждет новый видеоклип. Альбом будет называться «Вообще-вообще». Так что подождите, осталось совсем чуть-чуть. Приходите на презентацию, слушайте песни, учите их наизусть и будем качать вместе с нами. 29 апреля, Дом печати, Екатеринбург. Ну а там, наверное, и в Москву приедем, если пригласят.